программы Катя Латановская и Артем Тюмада. Мы празднуем день рождения всеми любимой вечеринки «Танцевальный рай». А именно, пятилетие. И Всемирный женский день. Желаем всем девушкам в этот праздник счастья, любви, нежности, цветов, много-много подарков и, конечно же, хорошего настроения. Сегодня нас ждет грандиозное празднование дня рождения вечеринки «Танцевальный рай». Вас ждут новые красивые райские декорации, воздушные шары и, конечно, сладкий праздничный торт. Мы уже идем, а вы? Чтобы эту любовь не увидел никто, я попал.
всего самого наилучшего. Счастья, 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 всем здоровья, и чтобы публика оставалась такой же приятной, как сегодня. Это настолько профессиональное мероприятие, на мой взгляд, что одно из немногих в Эстонии вообще, которые нас радуют ежемесячно. Поэтому я желаю только продолжения этого успеха. Желаю удачи, дальше. Всего самого хорошего, любви, счастья. Я бы хотел пожелать вечеринке, чтобы наступил 10-й, 15-й, 20-й и так далее. Я бы пожелала больше процветания и красивых мужчин. Танцевальный рай – это то место, куда можно прийти, потусоваться, расслабиться и отдохнуть. Улучшаться, улучшаться, еще раз улучшаться. Хотя, по-моему, лучше уже некуда. Здоровья, счастья и терпения. Soovin naistele väga ilusat, meeldivat ja meelde jäävat naistepäeva. Kõikidele naistele ilusat naistepäeva ja järgmist naistepäeva jääme ootama. Naised, olge enesekindlamad. Sa oled ilusamad, kui te arvate. Ma ootan ringi siin, see on imeline. Это праздник наших женщин, наших матерей, наших жен. Это праздник, в который мы дарим цветы, дарим любовь, дарим внимание. Хотя я вам скажу, что это надо делать каждый день. Скажи, что для тебя значит этот международный женский день? Для всех женщин красивые. Они всегда самое главное в жизни. Я всех женщин люблю и всех с праздником.